Детство Серафимы Клемешиной пришлось на военные годы. Жила в детдоме. Особо ярко она запомнила, как тогда праздновали Новый год. Из всех праздничных блюд – щи из свекольных листьев. Но дети умели радоваться даже в такое сложное время. И танцы были отдушины Серафимы Александровны. Здесь она была лучшей в детдоме. Со временем эта любовь не прошла. Сейчас Серафима Александровна танцует под рок-н-ролл на новогоднем вечере в Доме ветеранов. Отец гармонист был, говорят. Я, наверное, подпевала. И старухи часто говорили, ты такая, говорит, плясунья маленькая была. На одном из таких вечеров познакомились Валентина Казакова и Василий Помендюков. Достаточно было одного парного выхода, и стало понятно, танцевальный союз сложился. Увидались, понравились друг друга. И сразу пошли танцевать. Друг друга ритмику ловим, понимаем друг друга без слов. На вечере звучит советская и американская эстрада. Вживую играет команда «Джаз Вояж». Музыканты уже не первый раз гости на таких вечерах. Говорят, сначала было сложно поймать настроение публики, угадать их любимую музыку. Теперь пенсионеры слушают эту группу с восторгом. Но всегда это праздник. Всегда это праздник вот такой хорошего настроения, хорошего какого-то внутреннего такого отклика. И люди уходят очень благодарные. Танцевать во дворце будут и после Нового года. Для людей серебряного возраста уже подготовлена программа рождественских вечеров. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.